Дива русского романса Нина Шацкая выступила в Петрозаводске вместе с оркестром русских народных инструментов «Онега» под управлением Геннадия Миронова. Концерт вошел в программу фестиваля «Онега Классик» Карельской филармонии. Еще до приезда в наш город Нина Шацкая была известна петрозаводчанам в том числе благодаря двум шоу «Голос» и «Три аккорда». Чем ценно участие в них, что важно во взаимодействии с музыкантами оркестра и каким предстал перед Ниной Шацкой Петрозаводск. Обо всем подробнее в новом интервью проекта «Современники». Представляете в Петрозаводске и в других городах гастрольного тура новую программу. В нашей филармонии вы будете исполнять русские романсы и песни в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Онега». Можно ли считать это особенностью вот этой программы, что вы исполняете произведения в сопровождении оркестров? Я бы так не сказала, потому что я много гастролирую по России с разными оркестрами, с теми, которые есть в различных городах. Это и симфонические оркестры, и оркестры русских народных инструментов. Очень мне нравится то, как публика принимает, и очень нравится то, что суперпрофессиональные народные оркестры, и петь с музыкантами такого порядка — большое всегда удовольствие. Знаете, среди симфонических музыкантов много снобов, а если сталкиваешься с музыкантами народных оркестров, это в основном фанатики, и дирижеры, руководители. Это такая отдельная категория. Вот здесь с Геннадием Ивановичем мы познакомились, да, когда говоришь с музыкантами на языке, на котором меня папа воспитывал, это всегда очень приятно. Очаровательны глазки, очаровали вы меня. Нина, не могу про шоу «Голос» не спросить. Вы принимали участие в 6-м сезоне. Это было в 2017 году. Да. Все правильно. И на слепых прослушиваниях вы исполняли романс «Очаровательные глазки». Да. Я сегодня пересмотрела это видео, когда наставники еще были к вам спиной. Александр Борисович, да, Градский сразу узнал ваш голос. Угу. И когда он сказал об этом Пелагея говорит: а зачем вот такая профессиональная исполнительница, да, принимает участие в этом шоу? Когда уже наставники к вам развернулись, вы ответили на этот вопрос. Помните ли вы, да, что вы сказали? Дело в том, что во времена моей юности таких проектов не было. А у каждого в профессии, у каждого человека есть какие-то
наверное, высоты, которых человек хочет добиться. Вот у меня не было цели победить в «Голосе», но я очень хотела попасть в это шоу, потому что класс подготовки, организации такого шоу – это мировой уровень, это очень интересно. И мне хотелось вот повариться в этой каше и, ну, чего греха таить. Когда Пелагея сидит на Первом канале в жюри, зачем ей это? Она, любой артист хочет быть на центральном канале. Смысл работы артиста – иметь возможность выйти к публике и что-то ей сказать. В пятом сезоне я увидела, что Дима своему дуэту дал из моего репертуара песню, романс, репертуар, которому я посвятила практически всю свою творческую жизнь. Это «Ахматовский цикл». И еще большим было для меня удивлением, что в соцсетях, в интернете был очень мощный отзыв, что Диму хвалили за то, что он нашел такую интересную вещь. И я поняла, что выросло поколение, которое с этим жанром не знакомо, но оно к нему готово. Я подумала, вот и прекрасно, пойду я и спою романс. Даже если меня не возьмут, зато у меня будет возможность выйти вот на такую колоссальную аудиторию. Вот вы сказали, что вас удивила реакция молодых людей mm-hmm. в интернете. А вот на концертах вы видите среди публики молодежь? Во-первых, после «Голоса» очень сильно расширилась аудитория. После «Трех аккордов» расширилась аудитория. Сейчас, конечно, уже, ну, знаете, как это, как камушек, когда с горки толкают, он потом набирает скорость. Сейчас уже, конечно, очень сильно возрастная граница сдвинулась в сторону молодежи. И очень большая радость для меня, что когда я встречаюсь с оркестрами совершенно в разных уголках России, сменилось поколение, очень помолодели оркестры. И эта юная поросль с огромным интересом встречает мою манеру исполнения. Им, они подходят, говорят, как им это интересно. И после репетиции приводят уже на концерты каких-то своих друзей. Это, конечно, вот меня очень греет, потому что артист, если это не просто вокалист на сцене, если это артист, который понимает важность жеста, концертного платья, то публику можно обмануть вот таким спектаклем, да? А музыкантов, конечно, не обманешь. Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Качает буйной головой, ямщик уныло напевая, качает буйной головой. Вы в Петрозаводске впервые, вы сказали? Увидели ли вы что-то? На гастролях уже? Я впервые. Я была, знаете, я была здесь однажды, это был какой-то прием то ли мэра, то ли губернатора, я сейчас уже не помню, это было давно, я пела очень давно, ничего не увидела. Сейчас, помню, что это было очень туманно, пасмурно, а сейчас я счастлива, что солнышко улыбается. С огромной нежностью я к вашему городу отношусь, вот этот запах озера. Я поняла, что я в него влюбилась, и он очень чистый, и очень доброжелательные люди. Удивительный, добрый город. Я хочу сюда еще возвращаться.